Постельный домашний обиход бренда Lidl. Сток, второй пакет, 20 килограмм. Наволочки для подушек. Так, размер не могу сказать вам. 40 на 80, две штуки. Также наволочки для подушек и для одеяла покрывала. 155 на 220 и для подушек 80 на 80. Для подматрасник 140 на 160 идет. Также у нас идет и для подушки, и для пододеяльника 135 на 200 и 80 на 80. 80 на 80, соответственно, это для подушки. Также опять постельное белье. Как раз оно для пододеяльника и подушек 135 на 200, 80 на 80. Покрывало для стола диаметр 160. Также 50 на 70 тряпки для стола. Для душа шторка 180 на 200. Крывал для стола размер с диаметром 160. Так, для подушки очень интересная наволочка 40 на 60. Такая вот декоративная, как занавеска, можно сказать, тоже будет она размером, размер 145 на 300. И матрасник 90 на 190. Также 90 на 100 на 200. Пододеяльник под подушки для детской, я так понимаю, 100 на 135 и для подушки 40 на 60. Также для туалета коврик 36 на 69. И коврик также опять для туалета 50 на 70. Также, как в Икее, такие вот ящики есть, тряпичные. Размер, сейчас скажу вам, 33 высота, 48 ширина. Идет у него. Еще такой же ящик один. Точнее, нет, это уже другой, это, по-моему, под бутылки как раз, или что-нибудь другое. Что-нибудь такое под тряпки. 33 сантиметра на 25. Также есть халат. Так, бирка срезана, к сожалению, размер не указан. Я сейчас посмотрю. Может быть, указан в другом месте. Так, нет, нигде не указан. Такой вот халат. Подушка.
комплект постельного белья. Также полностью. Так. Также шторка для ванны. Наволочка на подушку. Еще одна наволочка на подушку. Полотенце. Опять же наволочка. Подушку. Простыня. Еще простыня. Коврик, ванная. Вот такой вот хороший плед. Опять же, подзеяльник. Также надматрасник или подматрасник. Как лучше, даже не знаю сказать. Он большой. И подушка такая мягкая.